Значит, сегодня, находясь на выходном дне, я проживаю в село Новоникитино Октябрьского района Оренбургской области. Вот. А находясь у себя дома во дворе, то есть осуществлял работы и увидел, что ближайшего дома, который расположен по улице Советской, идет дым. Изначально подумали, что кто-то жгет костер. Вот, был достаточно сильный ветер. Вот после чего дым усилился, то есть был обильный дым. Вот, после чего мы с другом проехали по данному адресу, то есть там мы увидели, что произошло возгорание дома. Там я увидел, что я знал ту семью, которая проживает в данном доме. Вот, знаю, что у них есть двое малолетних детей. То есть порядка 5-6 лет. Вот. После того, как я ей задал вопрос, то есть женщина была в панике, вот ответить на вопросы она не смогла. То есть человек находился в шоковом состоянии. То есть, как бы я задал ей пару вопросов буквально, то есть где дети или есть ли еще кто-то в доме, вот, на что она не могла просто ответить ничего. То есть, после чего я принял решение, то есть единственный вход был, вернее, возможность, куда можно было попасть в дом, то есть дом уже горел. Вот, мне пришлось, я принял решение выбить окно, вот, и осуществил вход в данное жилое помещение, где обследовал, так скажем, данное жилое помещение. То есть никого не обнаружил, то есть ни детей, ни посторонних лиц там не было. Вот, то есть ценные вещи, то есть документы мной были найдены, после чего я сам выбрался из дома. Я не чувствовал ни боли в ногах, то есть как бы, когда я передвигался по помещению, то есть боли в ногах я не чувствовал. После того, как я выбрался, мне уже люди, которые находились там, уже увидели то, что у меня ранены ноги, и как бы после чего я был доставлен в Октябрьское ЦРБ, в соответствии с чем, что мне потом была предоставлена медицинская помощь.